Предвыборная кампания в Сенат вступила в завершающий этап. Всего по республике будут избраны 16 сенаторов. Три претендента из Акмолинской области начали поездки по региону и уже встретились с населением Аршалынского и Ерементауского районов. До 29 сентября им предстоит объехать всю область. В октябре также будут избраны депутаты в районные маслихаты вместо выбывших. Изберут и нескольких сельских акимов. К слову, на сегодняшний день в Сенате два акмолинца – Светлана Жалмагамбетова и Жабал Ергалиев. У нас три кандидата. Это, вы знаете, Акимов Рашид Каджанович, первый заместитель председателя Акима области. Жаксалыков Ербо. Это у нас СПА Ка Исиль, город Кыштау. И третий Жунусов Влад Габасович. Это главный врач Акульской районной больницы. Вот они трое, которые зарегистрированы, своевременно были и ведут сейчас предвыборную агитационную работу. Значит, у нас всего по области 273 выборщика. Это депутаты всех маслихатов области.